хочу пожелать, чтобы они, пока нас нету, и мы не приходим к ним в гости, ребята все слушались их. Хорошо. И чтобы ребята не портили настроение, ничего не ломали, ничего не портили. А то если они что-то испортят, то сразу тут шум такой начинается. Детишек, чтобы какие детишки к ним пришли? Хорошие, не вредные, чтобы послушные были. Что бы ты пожелал своим друзьям, чтобы которые идут в первый класс? Желали, у них были хорошие оценки, чтобы они хорошо учились. Иногда приходили к нам в гости. У них там все, чтобы было хорошо, чтобы хорошо занимались, чтобы они там получали пятерки, хорошо занимались, хорошо писали буквы. Залез любви, я желаю, чтобы у нее была хорошая работа. Антонина Николаевна. Чтобы получала вовремя завтрак. Чтобы они росли здоровыми. Чтобы у них родились дети, внуки были. Кула, что бы ты им пожелал? Хорошо учились, получали хорошие оценки. И нашли хороших друзей. Скажи, пожалуйста, для чего нам нужна школа? Чтобы учиться. Чтобы учиться математикой. Задают домашние задания. Чему учат в школе? Читать, писать, читать. А для чего нужно ходить в школу? Чтобы учиться и чтобы все знать. Чтобы учиться. Быть умным. Быть умным? Все, чтобы работать. Работать хорошо. Чтобы там учиться, а потом пойти в институт. Хочешь идти в школу? Нет. Почему? Потому что садик лучше. А чем садики лучше? В нем можно играть, кушать, а в школе сидеть и учиться, даже не поспать. А поиграть нельзя в школе? Ну, можно, на переменке. Но это сложнее. Что бы ты хотел услышать от своих родителей? Очень хорошо, что ты идешь в школу. Помни счастье и, конечно же, улыбки. Желаю, чтобы ты хорошо учился. И приходил каждый день с пятеркой. Папа, чтобы у тебя была отличная работа. Ир, ты молодец. Ты получила пятерку за домашнее задание. Вот. От папы? От папы я хочу, чтобы он мне сказал: Кир, держи, вот тебе деньги за пятерку. Она всегда мне говорит, когда я заходила в школу, она всегда мне говорила: Кика, иди сюда, я тебя подтяню. Что бы ты хотела услышать от своей первой учительницы? Она скажет: ты новенькая, хорошо, что пришла в школу. Скажет, что надо сидеть тихо, не баловаться, а учиться. Проходи в нашу школу. Будешь хорошим учеником. Что бы ты хотела услышать от учительницы, которая встретит тебя в первом классе? Я бы хотела, чтобы она мне сказала, какая хорошая девочка у нас учится. А что бы ты хотела, чтобы родители для тебя бы сделали? Радовались. Ну, чтобы мы вместе почаще гуляли. Новые колготки и туфли. Я бы хотела, чтобы папа с мамой подарили мне собаку, но это уже будет, ну, это будет подолжение.